Кручу, верчу, кручу, верчу, обмануть хочу. Не получается. Ё-моё. Зато... Сейчас посмотрим, что рядышком с этими огурчиками. Вот так вот хожу, занимаюсь своими делами. Копаю в тихоногу, никого не трогаю. Раз смотрю, а тут оба-на. Грядки. Огурцы спелые уже. Что-то они их есть не хотят. Посадить посадили, а забыли, наверное, про них совсем. Такие кушары здесь. Ну, это бомжи, наверное. Больше кто еще пойдет садить эти огурчики сюда? Вон дома. Кручу, верчу, кручу, верчу, обмануть хочу. Не получается. Ё-моё. Зато... Сейчас посмотрим, что рядышком с этими огурчиками. Нравится мне, когда вот так вот берешь, так вот раз, потихонечку ее трилюешь, трилюешь, и что-нибудь такое выползает. Вот здесь что это такое? Кусок трубы. Не ролик. Совсем не ролик. Пибикнуло, так пибикнуло у меня. Ой. Труба какая-то. Лежит диаметр где-то 120, может больше, но не меньше сотки. 120 точно есть. Как его вытаскивать, не знаю. Ну как, знаю, но надо будет поупираться вперед и с песней. Ну вот так вот идут мои дела. Вот сколько я откопал. Метра три. Вот край. Сейчас буду пробовать ее отсюда вызволять, бедолагу. Шевелится. Ну а раз шевелится, значит мы ее добудем. Вот тут вообще что-то. Смотрите, друзья. Это что за троллевали? Очертания какие-то, как круг какой-то. О, люк в преисподнюю, поди. Завтра, наверное, буду добивать. Сегодня не смогу, уже темнеет. Фу. Согрелся я по-черному, хорошо прям. Пропотел. Как эта канитель попалась. Как заорет, как сумасшедший. Думаю, что затролливали. Думал, опять пробка. Он каменюку вывернул оттуда. Я думал, вот этот булыжник сначала пибикает. Потом по нему раз, 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 а он не это. Не алло. Оказывается, вон кто такая. Не знаю. Что-то большое. Завтра раскопки я эти здесь доведу до конца. Походу это станина, да, от крупнокалиберного миномета. Ну вот, друзья, я победил. Я ее выкопал. Вот она, что здесь оказалось. Это вовсе не станина никакая. Ни от какого миномета. Это просто крышка. Хорошая крышечка. О. Старая, добрая. Надписей не вижу никаких. Посмотрим внимательнее.
видно, тут ничего не написано. Килограмм 50-то, блядь, точно она есть. Может, здесь что написано? А тут все ржало. Вот такой блинчик с утреца меня всплеснулся. О, специалисты полезли куда-то. Сейчас они все там отремонтируют. Загадка в тему. Летит, кричит, когтями машет. Ой, высоко же. Бух. Мой инструмент. И рюкзачок. Сегодня пасмурно, хорошо. Не жарко, не холодно. Дождик моросит иногда. Улов дрянь. Вообще не клюет. Не погода. Так, ребята. У нас продолжение следует. Вот такой сигнал пробивается. Сейчас будем добывать, что там у нас есть. Железяку вижу уже. Вот она. А что там дальше? Непонятно. Ну вот такие первые очертания. Что-то железное. Надо еще подкопать. Будем смотреть. Ну, вот такая вот байда у нас вырисовывается. Это что-то под вид короба. Есть такие, стоят короба. В некоторых местах по ним вода течет. Это что-то шахтовое. Не поддается пока. Хорошо сидит. Как зуб коренной. Будем дальше стрелевать. Ну вот, у меня дело к финишу. Движется. Вот такая вот железяка появилась. Теперь по лопате. У лопаты тут вот эта канитель резинка, которая где-то. Ей хана пришла. Зачем они что-то прилепили? Надо им задать вопрос. Для красоты, чисто для красоты. Либо кидать один песок, сыпучие материалы какие-нибудь, но не это, не с таким грунтом работать, как вот у меня. Вот что получается. Ладно, буду сейчас дальше ее вытаскивать. Минут 30, наверное, 40 ушло у меня. Вот на это вот все дело. Оба-на! Прилетела, блядь, с небес. Какая-то бабалаха. Кто такая? Ну, тяжеленькая, я вам скажу, аж рука трясется. Хотел прочитать что-нибудь, табличка есть, а ничего не видно. Вот так вот выглядит. Кто такая? Фиг ее знает. Даже ничего в мыслях нет. Откуда? Без понятия. Ну, такая хорошенькая. Бульк до кучи. Тут еще вот
Один такой крючок есть. Еще один крючок. Вот эту надо раздолбать. У меня тут фигня. Жизляка там, чугуняк. О, корабль целый. Вон агрегат мой стоит, курит. Сейчас я его еще раз здесь задействую. Пищало, пищало. Добывал проволоку отсюда, добывал, добывал. Его концовки выкопал. Вот. Аккумулятор оказался. И проволока вокруг него. Я не знаю, сколько килограмм. Ну, 25 точно есть. Сейчас поеду, сдам. Сейчас тачку пойду возьму. Или позвоню, чтобы приехали. Да сам схожу. Я уже позвонил, по 50 рублей за килограмм заберут. Ладно, смотрим дальше. Вот такую канаву выкопал. А в ней вот что лежит. Сначала думал, что это труба. Потом думал, какой-то флянец. А сейчас вот раскопал, думаю, что это двигатель. Ну, не знаю, статор. Черт его знает, кожух ли это. Как он называется у двигателя? Ротор внутри, статор с медью, а это оболочка. В общем, не знаю, что это такое. Но похоже на двигатель. Там значок есть, но на нем ничего не прочитать. Фух. Муха прилетела здоровая, брысь отсюда. Буду как-то доставать. Попробуем вытащить. Ну что это такое, кто знает? Запчасть отпала. Корпус гнется. Вот такая вот железяка. Корпус металлический, он гнется. И это, не знаю, это что-то механическое, наверное, было. В общем, вот такая. Фу, дура.
попалась мне вот с этой ямки. Тут около метра. Может больше. Яма хорошая. Ну метра не метра, но 80 сантиметров точно есть. Вот глубина. Ладно, будем разбираться. Сейчас почистим ее. Где моя тачка не едет?